степях Кустанайской области рождается мощный рудобогатительный комбинат Соколовско-Сарбайский. Он будет ежегодно давать металлургическим заводам Урала 10 миллионов тонн железной руды. В этой всенародной стройке шестой пятилетки участвуют и уральцы. Машинист экскаватора Яковлев приехал из Нижнего Тагила. Шофер 25-тонного грузовика Михаил Кириллович Веселов тоже тагильчанин. По плану вблизи комбината строится город. И здесь трудятся уральцы. Николай Андреевич Ледовский приобрел строительный опыт еще на лесах магнитостроя. Каждый день в отдел кадров приходят сотни писем от желающих работать на комбинате. И каждый день на стройку прибывают новые люди. Пройдет несколько лет, и поселок комбината превратится в большой город, а комбинат будет давать стране миллионы тонн железной руды.